Участницами конкурса «Краса Коряжмы» стали 7 очаровательных участниц, которые в течение месяца не только готовились к финальному шоу, но и участвовали в заочных конкурсах. Итоги шоу порадовали, ведь победила в нем катлашанка Владислава Уварова. В упорной борьбе она завоевала право называться «Красой Коряжмы» 2017 года, тем самым взяв реванш у представительниц города Бумажников, которые последние 2 года забирали титул «Мисс Котлас» себе. О том, как проходил конкурс, Владислава расскажет в эксклюзивном интервью нашему телеканалу чуть позже. Мы поздравляем нашу коллегу и желаем ей дальнейших успехов.